лежаты, рощи голы, над водой туман и сырость, колесом за синие горы солнце тихое скатилось. И это 30 октября 2024 года в Козино, Московская область, близ Звенигорода. Там граница, и уже стройка продолжается десятилетия, высотные дома. А здесь берег Москва-реки, и он доступен. В этом месте всегда красиво, всегда испытываешь вдохновение для жизни в любое время года. А позавчера мы ездили на встречу с моим племянником за Коломну. То есть мы, не на юг совсем получается, а юго-восток от места. Мы все-таки на севере сейчас находимся, на севере Москвы. И дважды через мост мы пересекали тоже река Москва, написано, да? И она такая еще шире, чем здесь, полноводная такая вот прямо. Дважды пересекали, и когда уже проехали к Коломне, подъехали, это в сторону Рязани, там березки. Опять же, есенинские, они были совершенно золотые. Молодые березки справа, слева от дороги. Ну, такое золото уже темное, темно-золотые такое золото. И вот белые березки, люблю березку русскую, то нежную, то грустную. Вот в беленом сарафанчике, с платочками в карманчике. Вот там, то есть там по природе, получается, температура повыше, потому что здесь-то все уже рощи голые, а там еще такая золотая осень. Но здесь тишины нет, вот там все гудит, и трассы проходят. И вот, казалось бы, и река, и течение. А это еще надо отвлечься от шума, как-то вот не отвлечешься. Но все равно здесь хорошо. Просто хорошо.
Над рекой калина спелая, налетая соком, обожгла ты руки белые в молодой осоке. В молодой осоке прячутся и дожди, и солнце. Ой, кому-то нынче плачется, а кому смеется. А калина поразвесила золотые гроздья. У кого-то в доме весело, за столами гости. Гости пьют за парня русова, за его невесту. Отчего играют грустную гармонисты песню? Улыбнись, слезинка скатится со щеки на платье. Пусть у них все в жизни ладится, будет в жизни счастье. В молодой осоке прячутся и дожди, и солнце. Ой, кому-то нынче плачется, а кому смеется. Один раз в год сады цветут, весну любви один раз ждут. Пусть сегодня 30 октября 24 года, но мы здесь выглядываем, встречаем весну. Весну будем ждать, не то что встречать, а правильно ждать весну 25-го года. Дай Бог, как говорится, приедем сюда в марте и отметимся. Домой или домой. Нет?